где она помешана? 19 век. Жизнь французской богемы. В драматическом театре премьера пьесы «Трильби». Так зовут певицу, главную героиню. Одноименный роман, по мотивам которого разыграли постановку, был написан 1,5 столетия назад. Но сегодня на сцене его мотивы актуальны вновь. Любовь – это единственное, что есть на этом белом свете, ради чего вообще стоит жить. Вот. И мне кажется, очень важно понимать это, что насилие, оно только убивает, оно только калечит, и больше ничего, из него ничего не прорастет. С такой мысли и начал в свое время жить Алтайский театр. В 1921-м именно эта драма открыла первый сезон. Афиша – единственное, что удалось сохранить. Каким был сам спектакль, неясно. Правда, конфликт совсем не в этом. 5 франков в час для всего. Будем друзья? Вот как ее там повернули, так она и стоит. Можно потрогать там, можно потрогать тут. В жизни я не такая. И из-за этого вот все мое нутро, да боже мой, ну как же она может так реагировать на все это? Почему она такая мягкотелая? Я Трильби. А я Трильби Офера. До того, как стать певицей, Трильби была натурщицей. Девушка позировала художником, нагая ради денег, поэтому считала себя опозоренной. В прошлом веке девушка не нашла выхода и отвергла любимого. Но есть ли шанс у Трильби сегодня? Ответ на этот вопрос зрители узнают уже в эту пятницу. Знаковая премьера на сцене драмтеатра состоится 15 апреля. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.